необходимый атрибут новогоднего стола – красная рыба и икра. Приобрести вкусную и свежую продукцию можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Торговая точка выставки «Икра и рыба Камчатская» у торгового центра «Премьер» полюбилась жителям Рязани и области. Ассортимент – более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабосоленая – чевыча, омуль, белорыбица и натуральная икра. Постоянные покупатели ждут выставку. И особенно в преддверии Нового года, любимого праздника, объединяющего всех родных и близких за одним столом. Кстати, последняя в этом году выставка работает до самого 31 декабря включительно. Известный факт, что красная икра является источником легко усвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой и содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Праздник уже, то до 31-го не продают. Да, праздник. Я тоже люблю, а почему любить-то ее? Впереди еще и Рождество. И икра крупнозернистая, слабосоленая, а самое главное, свежего улова придется, кстати, на праздничный стол. Зернышко к зернышку. Именно так описывают деликатес покупатели. Одно из главных преимуществ рыбы на этой выставке, что она натурального приготовления. Коптится на веточках ольхи, вишни и яблони. Это позволяет сохранить ее полезные свойства и придает особый вкус. Вкусная рыба. Берем понемножку. Вкусные, все любим. Хорошая рыбка, свеженькая, вкусненькая. Ну, что сделаешь? Много-то не берем, а по чуть-чуть-то покупаем. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 31 декабря включительно. Приятного аппетита!